В Астане завершился пятый музыкальный фестивальный конкурс имени Нургисы Тлендиева. На протяжении нескольких дней со сцены под аккомпанемент Государственной академической филармонии звучали кюи, поэмы, романсы великого композитора. Его творения исполняли молодые музыканты Казахстана, Болгарии, Узбекистана, России. Конкурс проводился по трем номинациям – классический вокал, домбра и дирижер. Лауреатам вручили денежные премии, победителям – кубок Акима столицы. Завершился фестиваль гала-концертом в день рождения выдающегося музыканта. Нургиса Тлендиев написал более 500 музыкальных произведений в разных жанрах, а также музыку к 100 спектаклям, 40 пьесам и 20 кинофильмам. Многие из них – Кыржыбек, Меннатым Хожа, Асхак Кулан – давно стали классикой казахской сцены и экрана. Нургиса Тлендиев – первый казахстанский композитор, удостоившийся звания народного героя. Его грандиозное наследие не оставляет равнодушным ни одного ценителя искусства. Если бы я не знал название, я бы все равно понял, о чем это. Это музыка о природе, доброй природе. И здесь очень много казахского народного. Здесь, пожив вот неделю, я это еще больше сейчас почувствовал. Это было огромное удовольствие. Мне кажется, даже я очень вырос просто за три тура, за три дня. Больше, чем за последние, может быть, полгода. Вот. Так что нет, и огромное удовольствие. Оркестр такой потрясающий. Прекрасный оркестр. И профессиональный, и отзывчивый.